Ананда. Это мировой бестселлер, то есть он продается великолепно во всем мире. Аромат с 2004 года, это фактически аромату 12 лет, но он до сих пор на коне, он является лидером продаж. Переводится с санскрита как «внутренняя гармония блаженства». Это любимый аромат Джеффри, он его создавал как гимн истинной женственности. У аромата шикарнейшая пирамида, то есть нет ни одной агрессивной ноты. Это классическое женское начало, цветочно-фруктовое семейство. Основные ноты в верхней ноте – слива, черная смородина, груша. Нота сердца – фиалка, мимоза, иланг-иланг. Базовая нота – мимоза, опять-таки, белый мускус и ваниль. Это один из самых комплементарных ароматов. Мужчины его обожают. Вот, всегда берут его на подарок. На женщине, если вы наносите этот аромат, вам комплименты будут делать. Вот вы вышли из подъезда, где бы вы ни были, мужчины и женщины будут, потому что отзывы вот именно таковы. Все обращают на Ананду внимание, все в ней, в пирамиде есть что-то такое радостное, что-то завораживающее. Многие говорят, что-то из детства есть, какие-то приятные эмоции. Ну, в целом, аромат просто мега женственный, очень красивый, богатый, сексуальный, привлекательный. Шлейф километровый, очень стойкий и очень обращает на себя внимание. Основной аромат – белая ананда. Но есть сейчас ананда перл. Вот, чтобы не возникло вдруг при заказах какого-то нюанса, просто ананда перл – это та же ананда, только с жемчужинками. А классическая ананда точно такая же, только с камнями Сваровски. Вот и вся разница. Только в дизайне, в окантовке.